Многомиллионный зритель, здравствуй! Стихотворение, которое через мгновение о главном паразите этой планеты, планеты Земля, Маршак Самуил Яковлевич. Все умирает на земле и в море, но человек суровей осужден. Он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден. Но, сознавая жизни быстротечность, он так живет наперекор всему, как будто жить рассчитывает вечность, и этот мир принадлежит ему. Спасибо.